то мы должны начинать мирный путь, в первую очередь, себя. Познание контролируемой территории. Защитить сегодня наших переселенцев. Защитить сегодня людей, проживающих на неконтролируемой Украине. Каким образом вы собираетесь это сделать? Очередь защитить граждан Украины от таких провокаторов, от власти, как вы, которые навредили сегодня Украине больше, чем любой путь. Пані Наталіна, дуже потужно останнє. Хто сама провокації запускає, всіх назвав провокатором. Можна я скажу? Олександре, давайте почуємо зрештою пана Олександра. Дуже важливо, тому що...